Ну что, друзья, доброе утро. Life in 4K продолжает свои рассуждения на матче Кубка Турции. Сегодня матч Гюстапе-Самсунспор состоится через несколько часов. Самсунспор когда-то был, не когда-то был, а во второй половине 80-х годов был одним из сильнейших клубов Турции. Но потом все это куда-то ушло, и Самсунспор теперь находится в первой лиге, где выступает с переменным успехом, так сказать, декабрьскую часть чемпионата Самсун проводит очень неудачно в гостях, не может победить. Дома тоже случаются проблемы, хотя команда огрызается. И малый потенциал и человеческий, и ресурсный, так сказать, он очень сильно бьет по команде. Гюстапе тоже не лучшая ситуация. Последнюю игру еле-еле они смогли обыграть Адана Демирспор, который очень хорошо усилен, где тренер бывшая звезда итальянской серии Винченцо Мантелло. Но слабая укомплектованность и большая усталость, они тоже сильно бьют по Гюстапе. Гюстапе имеет в составе двух человек, имеющих опыт игры в РПЛ. Это Анхель, который играл за Ахмат, и Яхович, за который играл за Крылья Советов. Но все это не может быть каким-то огромным подспорьем к тому, чтобы сегодня победить. Мне кажется, ничейного результата сегодня не будет. И я предлагаю такой вариант, как победа одной из команд и тотал полтора больше. Причем я еще надеюсь, то, что хотя бы один гол Самсунспор забьет, и это, естественно, индивидуальный тотал второй команды, более одного гола. Потерзать команду из высшего дивизиона, хоть на коротком промежутке для представителей первой лиги, это, конечно, очень круто. А прав я или нет, мы увидим уже сегодня, так сказать, ближе к вечеру. С вами я не прощаюсь, это был некаперский проект Life on 4K. Мы увидимся с вами завтра на еще одном матче с хорошей вывеской, это Конья Спор. Умрани спорт. До свидания, не болейте.